Харьков, 18 сентября 2016 год. Монумент, символизирующий российско-украинскую дружбу. Русский и украинец, братья навек. Переяславская рада. 300 лет Богдан Хмельницкий отдал Украину россиянам. Но интересно, что здесь же недалеко есть и памятник, который можно считать символом окончания этой дружбы. Монумент Петр Сагайдачный. Войско Запорожского гетьман. Памятник был перевезен из Крыма сюда, в Харьков, после того, как братская, в кавычках, Россия его аннексировала. Так что в одном месте сразу два символа. Начало 300-летней дружбы и финала этой дружбы.